Ассаламу алейкум, это Sport Time. С вами Мия Бараева и Адам Ахмадов. И как всегда, главные события недели в наших материалах. Футболисты Ахмата после матча в Казани получили два выходных дня, а после команда собралась в Грозном на своей базе и начала подготовку к игре 19-го тура. В понедельник на Ахмат-арене подопечные Рахимова встретятся с Уралом. В первые дни футболисты тренировались в двухразовом режиме. Позже нагрузки чуть спали. В лазарете по-прежнему находится защитник «Анхель». Остальные работают в общей группе. Поражение от «Рубина» было обидным, поэтому «Ахмат» решительно настроен реабилитироваться перед своими болельщиками. За победой едет и «Урал», так что наверняка в понедельник нас ждет очень интересное противостояние. Исторического результата добилась сборная Чеченской Республики по парусному спорту. Команда под названием «Дикая дивизия» стала победителем зимней серии регат парусной лиги. Состязания проходили в Сочи, и наши спортсмены уверенно завоевали золотые медали, опередив ближайшего преследователя на 13 баллов. А на неделе команда вернулась в Грозный. Вместе с собой они привезли и почетный трофей чемпионов. В аэропорту их встречали представители Министерства спорта и Федерации парусного спорта Чеченской Республики. После небольшого отдыха команда начнет активную подготовку к новым важным стартам сезона. Наша же команда, могу честно, откровенно сказать, это энтузиасты просто своего дела, которые хотят, чтобы в нашей республике шла популяризация парусного спорта, чтобы у нас наконец-то появилась детская парусная школа, чтобы наши дети уже выступали на соревнованиях и как региональных, как на российских, и выходили в соревнования международные, занимали достойные места. Ну а мы своим примером хотим показать, что это возможно, что можно начинать, скажем так, начать что-то недавно сделать, стартовать и добиться высоких успехов в этом. Этому нам ничего не мешает. Главное – желание. Желание, терпение. Итак, дорогие друзья, один из триумфаторов зимней регаты, президент Федерации парусного спорта Чеченской Республики Хасан Хаджиев у нас сегодня в студии. Хасан, добро пожаловать, марш вол. Поздравляю вас еще раз с победой и с блестящим этим результатом. Спасибо большое. Хасан, расскажите, как прошли соревнования? Соревнования прошли, скажем так, это вообще соревнования, включают в себя 5 этапов зимней серии. Начиная с декабря месяца, заканчивая мартом, началом марта. Было 5 этапов за этот сезон зимний национальной парусной лиги. И мы стабильно, наша команда стабильно держала второе место до финала. У нас, да, были первые места, вторые, но по сумме очков мы были стабильно вторые. А для нас важно было выиграть сам финал. Поэтому на протяжении всего сезона мы оттачивали навыки. Мы делали перестановки в команде. Кого-то меняли на шкоты ставили, кого-то со шкотов ставили на генакер. Кто-то у нас был на гроте. Ну, рулевой у нас был неизменный. Это Александр Башко. Вот. Ну и когда мы вышли на финал, то там, конечно же, и столкнулись со всеми трудностями, потому что в финал собрались 13 сильнейших команд из России, которые... Уступать никто друг другу не хотел в этих соревнованиях. Естественно, у всех была задача не просто выйти в призеры, а победить. И, соответственно, борьба очень была напряженной и жесткой. Но мы достойно вышли с этого всего. Заняли призовое место, не просто призовое, а первое место. Выиграли финал с огромнейшим, я считаю, отрывом. Для сравнения, вот у нас было по сумме баллов за... финал мы собрали 18 баллов. То есть, если первое у вас место, у вас 1 балл, если второе 2, и, соответственно, сумма баллов в конце по итогам соревнований у нас 18. Ближайший от нас соперник – это 31. Это второе место. Третье место – 34. И так дальше. Они, то есть, идут все остальные, они идут очень плотненько, друг за дружкой. Разрыв 13 баллов. То есть, это огромнейший разрыв. То есть, команда показала, что она... реально сильная команда. То есть команде никто не подыгрывал, это уже понятно по сумме очков. 13 баллов. То есть это о многом говорит.
Победа в доминирующем стиле. А вообще, вот, на самом деле, всего лишь 2 года, чуть больше, да, как зарегистрирована официально федерация, и команда только появилась. Как так удалось вам? Ну и понятно, что не все местные воспитанники, что есть и, так скажем, легионеры, выражаясь футбольным языком. Вот. Об этом, как команда формировалась и за счет чего вам вот удалось вот так вот быстро все сделать? Ну, скажем, да, правильно заметили, что для нашей республики парусный спорт, он в новинку. Его никогда у нас в республике не было. В советские времена одна девушка, честно говоря, мне передали буквально на днях, что она действительно проживала в Грозном, выступала за олимпийскую сборную Советского Союза. Это было в 70-х годах. Но больше сведений о парусном спорте нет, и она занималась не у нас. Она сама была выходцем из Чеченской Республики, вот, но она занималась в Москве. И вот с приходом нашей федерации, открытием федерации, это был декабрь 2016 года, мы начали сформировать потихонечку команды. То есть у нас не одна команда, если что-то понимать. Соответственно, все члены команды, которые у нас выступают как и на российских соревнованиях, как и на международных соревнованиях, это все члены Федерации парусного спорта Чеченской Республики. Чтобы было понимание, что это не купленные легионеры. Ни за одного человека мы, естественно, деньги не платим. Это все энтузиасты парусного спорта, у которых стоит одна задача в нашей республике поставить парусный спорт на высокую отметку, чтобы наши дети начали заниматься парусным спортом. И часто звучали обвинения на различных соревнованиях, когда видели, что на пьедесталы почета выходит наша команда Чеченской Республики на международных соревнованиях, как и российских. Говорят, ну вот такой же вопрос. Легионеры, вы, наверное, их купили, в Чечне денег много. А когда им говорят, ну извините, все соревнования, которые ездят в федерации, вот члены федерации и команда федерации ездит за свой счет, нам никто не помогает. Единственное, нам, да, наши партнеры, там, компания ВТС, ЗАЙК, СЛЭМ, они нас одевают, единственное, что. Потому что экипировка дорогая, вот, ну, кому-то реклама нужна, а нам нужна экипировка, что достойно, удобно выступать на соревнованиях. Вот, поэтому, говорю, тут только энтузиазм людей, которые пришли в нашу республику и, скажем так, сражаются за нашу, за честь нашей республики, причем достойно. Ведь у нас не только вот это вот соревнование, которое мы выиграли. Да, Национальная парусная лига – это одно из самых таких презентабельных соревнований в российском парусном спорте. Но у нас же есть победы еще и в других международных соревнованиях. Мы не раз выигрывали соревнования в Хорватии, в Черногории, в Италии, в Греции. Мы выиграли, не выиграли, а заняли призовое место. Третье место в международной парусной регате – это Rolex Coastal Race, вот буквально осенью этого года. На награждении была сама президент Мальты. Она, когда услышала, что награждается команда Федерации парусного спорта Wild Division Чеченской Республики, она у министра спорта Мальты переспрашивает. Я, говорит, не расслышала, это Чешской Республики? Ну, потому что созвучие на английском языке как бы идет одинаково. Вот, ну, я тут уже, как бы, нужно сказать, что мы не чехи, мы чеченцы. Я ее попросил, говорю, извините, мадам, говорю, Чеченской Республики, North Caucasus in Chechnya Republic, in Russian Federation. Какова была реакция? Она очень удивилась. Она от своего места, где она была, не отходила до момента, пока вот я ей это не сказал. Она подошла ко мне, забрала кубок у министра спорта, который вручал эти все кубки, забрала этот кубок, вручила его нашей команде. С нашей командой она сфотографировалась, пожелала нам успехов, что она очень удивлена, что в нашей, да, у нас республика небольшая, но такие уже достижения в парусном спорте. С нами сфотографировалась. Это была единственная фотография, где президент Мальты сфотографировалась с командой, которая выступала на этих соревнованиях. И единственная, которая она из своих рук вручила этот кубок. Я думаю, это уже о многом говорит. Но это дает уже вот свои плоды, вот эти вот результаты, о которых вы говорите. Вот у нас удается привлекать молодежь, ребят к этому спорту? Ну, скажем так, парусному спорту все возрасты покорны. Начиная от, скажем, 5-6 лет, глубокая старость. То есть есть спортсмены, которые пришли в парусный спорт и в 70 лет.
а есть которым уже 82 года, которые до сих пор выступают, не являясь профессиональными спортсменами. Ну что нами делается на данном этапе? В данный момент мы совместно с мэрией города Грозного, при поддержке нашего мэра Ибрагима Закриева, мы формируем первую детскую команду из детей из Чеченской Республики, которую будут готовиться для соревнований детской регаты, которая пройдет у нас в этом году, в начале июня месяца, на Грузинском море. Можно проводить соревнования, правильно? Как бы, ну, в любом регионе можно. Но какой смысл их проводить, если у нас не будет своей команды детской на воде? Поэтому мы сейчас вот отбираем детей, которые поедут на весенних каникулах в Геленджик на обучение. Причем мы договорились с нашей дружественной федерацией парусного спорта Краснодарского края, краевой федерации, с Сергеем Захаровым, президентом этой федерации, о том, что они бесплатно проведут эти сборы, то есть проживание, питание, само обучение детей, все это они нам предоставят бесплатно. После того, как эти дети отучатся там во время весенних каникул, мы сейчас договариваемся, это в процессе обсуждения идет, с ассоциацией класса «Оптимист», это как раз таки детские лодки, на которых они будут выступать, с президентом этой федерации, о том, что наши дети в дальнейшем будут отправлены в лагерь «Артек», всем известный, для дальнейшего обучения парусному спорту. То есть я считаю, что вот эта вот начальная стадия обучения как раз-таки нашим ребятам, мы знаем наш характер, у нас он бойцовский, у нас никогда никто не сдается, у нас идут всегда вперед, и это у нас начиная с детства происходит у детей, формируется такой характер. Я считаю, что наша команда достойно выступит на этих соревнованиях. Да, у нас будет первая команда, да, это будут первые шаги в парусе, но я считаю, что благодаря характеру наши дети достойные места займут на этой регате. Будем на это надеяться. Хотелось бы узнать, где и как проходила подготовка к соревнованиям, которые были и которые вот предстоят, которые будут в июле. Вы имеете в виду Кубок Казино, насколько я понимаю. Да, то есть мы немножко вперед зашли. Да, команда проходит, скажем так, подготовку на различных таких же соревнованиях. То есть уже у команды нет так называемого тренировочного процесса. Тренировочный процесс, он заключается в спортзале у нас на сегодняшний день. А то, что происходит на воде, у нас до того плотный график, что мы только непосредственно перед самими соревнованиями выходим, вот за день до соревнований мы выходим на воду, отрабатываем какие-то приемы, расположение мест в команде каждого члена экипажа. Вот это у нас тренировка. А дальше сами соревнования, они тоже являются для нас и тренировкой в том числе. То есть, если говорить о команде Wild Division, Федерации парус-спорта Чеченской Республики, это опытные, подготовленные бойцы. Бойцы с большой буквы. У нас в команде два человека, которые являются, которые входят в олимпийскую сборную России по парусному спорту. Они дважды уже участвовали в олимпиадах. И в этом году, думаю, что по результатам наших соревнований, которые мы проведем в Национальной парусной лиге, а это мы их достойно если закончим, то, соответственно, это наш билет на чемпионат мира по парусному спорту. Вот наша цель на сегодняшний день – это не просто соревнования в России выиграть Национальную парусную лигу или чемпионат России. Наша цель – выйти на чемпионат Европы сначала, а потом уже на чемпионат мира. Это наша цель на этот год. Надеюсь, наше правительство нам поможет в этом. И мы достойно просто покажем результат. Будем очень надеяться. Что ж, мы вам желаем большой удачи. Конечно же, у вас очень нелегкое дело. И сезон, как я понимаю, вас ждет очень плотный, так скажем, много соревнований. Желаем, чтобы во всех них вам удалось одержать победу, и вы добились своих целей. Спасибо большое, но хочу одно подчеркнуть, о чем мы немножко только упомянули. Мы не сказали ничего о нашей международной парусной регате Кубок Казино АМ 2019, прекрасно, который пройдет в этом году на нашей жемчужине
вообще, можно сказать, Северного Кавказа. Ну, кстати, да, вот мы об этом планировали сказать, и вот как... Да, ну ничего, я хочу сказать, что на этих соревнованиях у нас планируется в этом году приезд 12 команд иностранных, полным составом, и 12 команд с Российской Федерации. То есть это будут полномасштабные международные соревнования по парусному спорту. Федерация активно продвигала этот проект в Федерации Паруспорта России. Вот мы добились того, чтобы нашим соревнованиям придали статус именно международный, потому что международных соревнований, к сожалению, в паруспорте в России проводится не так много, и достичь такого статуса очень тяжело. Мы этого достигли. И совместно с нами это мероприятие проводит Министерство туризма Чеченской Республики. Непосредственно министр Муслим Байтазиев, он очень сильно помогает, он, скажем так, он впереди с флагом идет в этом мероприятии. Он нам помогает очень сильно. И думаю, в этом году мы проведем на порядок выше по организации данные соревнования. И освещение уже получит у нас это мероприятие не просто в Российской Федерации, не просто как бы в Европе, в каких-то определенных СМИ, а это уже будет международное освещение. Приедут очень многие СМИ, именно которые представляют зарубежные издания, зарубежные каналы телевизионные. И о нашей жемчужине, озере Казинаму, знает весь мир. Мы на это надеемся. Ну что же, надеемся, да, действительно, если даже сравнить с двухлетней давностью соревнованиями, эта регата даже произойдет, да, я так понимаю? Я думаю, да. Должна. Да, то есть в плане и организации, и в плане спортивном, потому что мы отказались от участия любительских экипажей, у нас будут в этом году только профессиональные экипажи, слаженные экипажи, которые будут выступать на данных соревнованиях. Ну что ж, надеемся на успешное выступление, на успешное проведение этих соревнований. И то очень важно для нас, для имиджа и вообще в целом для Чеченской Республики. Это был Хасан Хаджиев, президент Федерации парусного спорта Чеченской Республики. Мы благодарим его еще раз. Ну и продолжаем наш выпуск. Четверо представителей бойцовского клуба «Ахмат» успешно дебютировали в профессиональном ММА. На турнире «Битва в Моздоке-2» наши бойцы одержали яркие и уверенные победы. Некоторые бойцы вышли на коротком уведомлении. В связи с этим весогонка далась особенно нелегко. Но, несмотря на это, атлеты проявили характер и провели яркие поединки. Шамиль Дачаев, Гайсум Чалтаев, Хуси Закаев досрочно финишировали своих оппонентов. А Магомед Билаев провел все три раунда и выиграл единогласным решением судей. Турнир проходил в городе Моздоке от нашей республики. За наш легендарный клуб «Ахмат» выступали 4 человека. Двое с Натеречного района, а двое с Грозненского филиала бойцовского клуба «Ахмат». А сборы, тренировку и подготовку проводили в режиме сборов по 2 тренировки в день. Я думаю, ребята подошли к боям достаточно в хорошей форме. Кто-то узнал за 2 дня, за 3 дня до боя, а вот именно мои двое с Грозного, которые вот они знали где-то недели за 3. Я думаю, все хорошо подготовились и по воле Всевышнего показали хороший результат. На данном турнире в городе Моздоке, Республика Северная Осетия Алания, от бойцовского клуба «Ахмат», именно наша молодая лига, молодые спортсмены, было заявлено 4 человека. Это с клуба братьев Халиевых, которые тренируются двое под руководством Хасана Халиева. Вот. И двое бойцов с Натеречного района, тоже с клуба «Ахмат», которые тренируются под моим руководством. Ребята дебютировали в профессиональном ММА, показали, вот, чтобы сказать, мастерство, там, это первые шаги их были. Ну, проявили волю к победе, характер показали. Почему? Потому что были проблемы определенные с весогонкой. Потому что весогонка очень тяжело далась, так как заявлены были наши ребята буквально за 3-4 дня до самих поединков. Ну, получилось, как получилось. Ребята молодые не подвели. И всех 4 боях дебют удался. Это было дерби. Подготовка проходила у меня в зале под руководством Хасана Халиева. Зал – это наш вот этот клуб, где мы сейчас находимся. Подготовка прошла успешно. Все получилось, хвала Всевышнему.
хорошо. Позавчера выступили, вчера отдыхал. Сегодня на тренировку. Чеченский боец UFC Майрбек Тайсумов, посетивший недавно Москву, дал большое интервью автору проекта «Октагон ТВ» Игорю Лазорину. Спортсмен рассказал о том, как обстоят дела с визой, о ближайшем бое и многом другом. Наши коллеги любезно предоставили нам весь материал, и мы предлагаем вашему вниманию самые интересные фрагменты этого интервью. Скажи, когда ты дерешься? Да я вот сам жду не дождусь на самом деле этого момента, вот сколько уже жду. Я последний раз когда дрался? В сентябре, правильно? В Москве. С тех пор тренируюсь, всегда в форме себя держу. Чё-то UFC там тянет резину на самом деле. Предложений нет тебе? Ну сейчас есть там, переговоры идут, скоро будут хорошие Питер. Новости. Надеюсь на Питер очень. Ну посмотрим, если не Питер. Я готов на самом деле. Я им тоже объяснил, что бой дали. Вот сейчас идут переговоры, сейчас менеджер там работает, посмотрим, что как получится насчет боя. Недавно у тебя произошел там кипиш небольшой в очередной раз с этой визой. UFC нормально все воспринимает, у них там нет тебя зуба. Да нет, наоборот, вообще Шон Шелби, он вообще один из главных людей в UFC, он вообще меня там прям мотивирует, каждый раз говорит: Мальбек, ну давай, короче, постарайся сделать эту визу, я тебе буду самые крутые бои делать. Я тебе клянусь, это лично, он мне лично в лицо говорил. Каждый раз, короче, пишет там, типа: Мальбек, давай, давай. Так он бы помог тебе. Так как он может помочь, брат? Это же не в руках UFC на самом деле, если подумать. Это политика на самом деле есть. Ну как бы ни было, сейчас посмотрим. А UFC мне помогали, брат. Они мне два адвоката, лучших адвоката дали, брат. Это чтобы с визой разобраться. Чтобы с визой разобраться, брат. Я на самом деле за двоих, мне надо было 20 с лишним тысяч долларов заплатить. И UFC заплатили за меня, чтобы они там работали. То есть они мне помогают, там все делают вроде. Ну что-то как-то. Они сами заинтересованы сделать мне визу. Все. Но у тебя не такая краховая ситуация. То есть тебе там не говорят, что ты там угрожаешь американскому государству. Да нет, я тебе одно скажу. Такое. Мне даже, что интересно, мне ни разу даже в визе не отказали. Они знаешь, что говорят? Вот паспорт оставляй, ты обязательно жди. Визу получишь. Один раз оставил, 2 месяца паспорт подержали, никуда не мог вылететь. Я говорю: ну ребята, так же не бывает. Поехал, забрал свой паспорт. Второй раз подал, говорят: ну конечно, вот тебе скоро визу сделают, тут просто очередь большая, паспорт оставим, месяц паспорт, короче говоря. Ну так 4 года жду, никак не могут, короче, никак очередь не дойдет до этого. Слушай, ты переподписал контракт на 5 поединков в 2015 году, по-моему, и по нему у тебя остался один бой, насколько я понимаю. Да, у меня еще один бой на самом деле. Тебе предлагали продлить? Насчет контракта? Да. Пока что у меня не было ничего. Мне пока что надо сделать этот бой. Но хотя в прошлый раз они мне, короче, контракт... У меня по контракту 2 боя оставалось, они мне сразу же предложили. Улучшенный? Да, конечно. Улучшенный контракт. Нет, ты серьезный боец, тут оказался. Нет, нормальный контракт мне предложили. Вот. Вот в этот раз что-то, короче, ничего, разговор по контракту не было. На самом деле я сам этого не хотел. Мой менеджер меня, типа, короче... тоже упрашивал, давай сделаем новый контракт. Ну, смотри, я за последние 4 года только сколько боев сделал? 4 боя. При том, что у тебя 6 побед подряд в UFC вообще. Ну вот смотри, когда 6 побед боя там за титул дерутся, за 3 боя, 4 боя выиграл, тебя за титул ставят. У меня 6 побед, 5 досрочных нокаутов. То есть в легком весе пока никто такое не делал. Я сейчас не хвастаюсь, я вообще говорю, просто я факты. Но я почему не захотел контакт пока что продлевать? Я хочу добить этот бой еще. И потом посмотрю, если виза будет, то буду уже дальше драться. А если визы не будет, то что я буду сидеть на контракте? Другие организации тебе вообще не интересны? Мне не интересно. А ты им? Говоришь. Тебе кто-то что-то предлагал? Нет, смотри. Мне предлагать я все равно пока что, я же на контракте еще, сейчас ну, предлагать так да. Перевести переговоры, мне сейчас резона нету на самом деле. Смотри, это моя детская мечта, стать чемпионом UFC. И все, я не из-за денег, как я говорил, я и так нормально зарабатываю, альхамдулиллах, мне хватает. Я хочу драться, я поэтому каждый день тренируюсь.
каждый день, вообще ни дня не проходит, чтобы я не тренировался на самом деле. У меня единственный выходной – это воскресенье. А так я каждый день, где бы я ни был, я тренируюсь. Просто с надеждой, что меня сделают эту визу и поставят там с кем-то из десятки, что я смогу показать там что-то. А так, если там они с визой там ничего не решат, вот, следующий там год, наверное, я просто оставлю это дело. Давай тебе подберем соперника из топ-10. Ли уже дерется с Махачевым, я так понимаю, процентов на 90. А Ли прям тебя раздражал. Да Ли он вообще на самом деле сейчас последний крайний его бой показал, что какой он боец на самом деле. Не соперник тебе. Ну что знаешь, не соперник, я так не скажу, но я просто скажу, что он действительно такой. На трэш-токинге он поднялся, а так, что его? Да куда он поднялся на самом деле? Реальные бойцы знают, кто он такой на самом деле. Ну, в топ-5. В топ-5, UFC, короче, там даже по блату в топ-5 тебя поставят, поэтому... Что, я на самом деле считаю, я должен быть в топ-5. Я 5 человек нокаутировал подряд. Поэтому они делают что угодно. Сейчас меня даже с 15 выкинули, я даже в топ-15 не ухожу. С 6 победами подряд. С 6 победами, тем более, на самом деле. Ну, UFC там, знаешь, все бизнес и не больше. Раньше был спорт, на самом деле. Это уже не спорт, это шоу. Вот. А я действительно еще надеюсь на действительно хороший спортивный шуму навести. Бои, бои. Давай, кроме Ли, кого мы могли бы рассматривать? Фергюсон, Серроне. Ну вот с Фергюсоном бы я подрался бы. Вот он реально боец на самом деле. Клянусь тебе, вот он реально мало болтает, больше делает. Смотри, как дерется. Вообще молодец. Кто бы что бы ни говорил. Наши хотят, ну что наши только не говорят про этого человека. Он настоящий действительно. Он реальный. С ним надо драться на самом деле. Сейчас смотри, какой бой у UFC сделали. 60, чемпион 66 будет сейчас за промежуточный они в промежуточном весе будут? Да, нет, не, у них же, они нет, будут титул, временный драться. За временный, да, титул будут драться в легком весе с Дастином Пьюри. Да. Но это как так? Человек, этот, как его, Фергюсон, он всех избивает там. Почему его сейчас за титул не ставят? Ни разу титульные бои не получал. А нет. Те, которые получал, травмировался. А он всех избивал на самом деле. Поэтому мы знаем, кто реально. У вас похожая с ним история, видишь? Я тебе говорю, вот этот человек действительно заслуживает титульный бой. Ты против трэш-тока? Я? А что трэш-ток? Я за спорт на самом деле. Я за спорт. Трэш-токинг, мэш-токинг, эти движения, это не для меня. Свои даже не поймут на самом деле. Поэтому я не хочу, чтобы... Вот смотри, например, если я что-то трэш-токингом займусь, если я что-то скажу там, он мне примерно что-то плохое на моих родителей скажет. Как это так? Это уже не в спорте на самом деле. Недавно парень один плотно газанул, тоже из Австрии. Знаешь, молодой, а молодой. Вот, да. Мне никто не верит, когда я говорил, что он его выиграет. А скажи, откуда этот парень? Это моя происмотрела на Нурдиеву. Он, да, молодец парень, действительно. Я его он реально грузчиком уже работал, знаю, или там на заправке. Кем бы он ни работал, он тренировался. Он пятикратный, шестикратный чемпион Австрии по вольной борьбе. Никто не верил. Я и про Цереса знаю хорошо. Я и Нурдиева знаю хорошо. Я знал, если 2-3 прохода он не даст ему сделать, что он устанет, и Исмаил его прям избивать будет. Так и случилось. А часто тебе люди говорят, что ты реально отличаешься, когда дерешься, и в реальной жизни? Так когда ты дерешься, ты же брат. Ты тигр. Кого-то избить там, правильно? Сейчас что на улице там? Мы же не будем драться, мы же профессионалы на самом деле. А бывало? Что? На улице. Не, сейчас... Не, сейчас нет. Конечно, а так в детстве я всегда дрался, на самом деле, в школе сколько я дрался, я вообще, я так, я тебе говорю, до моего первого боя в ММА, у меня уже 1000 боев. Так, сколько из них выиграно? В шардок не пошел. Я тебе говорю, односельчанин меня тоже один раз избил конкретно. Так-то бывало, что избивали меня, но... Часто и бывало, что я их. Ты против того, чтобы на улице применяли свою силу бойцы? Ну, конечно, брат. Вот я как профессионал, как я могу на улице драться на самом деле? Если там что-то, я как говорю, ну смотри,
С кем-то драться это даже опасно на самом деле. Ты же не знаешь, как человек, когда вот бойцы в клетку уходят, их проверяют, они здоровы, ты знаешь, что он прям можешь подраться. А так, чтобы на улице драться с кем-то, это даже как оружие. Кому-то там что-то дашь, он больше может и не встать на самом деле. Поэтому желательно не драться на улице. Мы уже определили, что у тебя есть детская мечта стать чемпионом UFC. Есть еще какая-то мечта? Вот у меня сейчас... Кроме этой. Вот эта мечта у меня, я прям стараюсь, чтобы она сбылась. Да, поэтому мы пожелаем тебе, чтобы эта мечта все-таки сбылась. Спасибо. И скажем Дане Уайту, чтобы он поспособствовал. Короче, Дэна, давай там, давай делай бои, короче, постарайся там все сделать. Если не сделаешь... Думаю, все-таки придется на улице подраться. Ну что же, на этом у нас все. Мы с вами прощаемся. До новых встреч. Занимайтесь спортом и берегите себя. Аликельшу.